5 минут столицы. Друзья, действительно, это утреннее шоу «Настройка». Звездный час у нас начинается. Про эту девушку, которая уже в студии в нашей появилась, можно говорить много, красиво, часами. Жаль, что не хватит времени для того, чтобы все достоинства перечислить. Поэтому придется ограничиться следующим. Певица, актриса, автор песен, просто красавец. Сегодня в гостях у «Настройки» Слава. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Проснулась. Расскажите. Если не совсем красавица. Почему же? Ну, я просто, ну, видите, у меня рука сломана уже давно. Я теперь крашусь левой. Что-то я в машине, пока к вам ехал, красилась, но теперь я похожа на Фриду. Как вот пошутила Люба, говорит, да, нет, до Фриды еще далеко. Я говорю, ну, буквально брови еще не полтора сантиметра между бровями будет Фрида. Я, конечно, не согласна, не согласна. Слава сегодня выглядит прекрасно, естественно. Как, в общем-то, и в своем инстаграме. Я уже вам рассказала, Славе, о том, что я заипла. Ну да, меня там многие ругают за это. За что? Ну, типа, что я не накрашенная вечно, какая-то там бабьяга, еще что-нибудь. А когда накрашенная, кто ее красит? Короче, нельзя. А кто красит? Ну, сама. Левой рукой. Да, сама левой рукой. Сама левой рукой. Что поэтому... случилось с правой? С правой случилось... Ой, это вообще смешная история. Вроде бы не сезон. Я понимаю, была бы зима. Наоборот, были сезон. Были бы катки какие-то там, не знаю, горнолыжные курорты. Нет, поехали бы отдыхать. Человеку. У нас в Москве еще не сезон. А вот, например, когда мы были на гастролях, буквально вот это случилось почти три недели назад, мы ехали из Владимира в Муром. Вот, и у них шел большой прям снег с дождем. Ну и долго ехать надо было. На машинах мы переправлялись. И, ну, вышли, как говорится. Девочки направо, мальчики налево. Я вышла во враг. Сразу же. Вот, потому что водитель так остановил прям очень коротко. И у меня еще были уги, они были сволочи скользкие. И знаешь, я как бабахнулась. Причем упала. Вот надо было напиться, вот как говорится, вот за пьяным море по колено. А я была абсолютно трезвая. И я туда бахнулась, и ничего, главное. И когда начала вставать, ну, это ручка и так это. И опять упала и сломала руку. Слава прям сестра, потому что я тоже подъезжала. Сломала себе ног. Вот, я говорю, поэтому никто еще не отменял русские традиции, здоровья. Поэтому, ну, конечно, бережен, Бог бережет. Но я хочу сказать, что сейчас, наоборот, очень даже большой сезон, потому что вот сейчас был большой, замечательный концерт, «Эх, разгуляй», да, где я пел прекрасную такую волшебную песню. Я не сразу увидел, что рука не сгибается. Да, нас... я ее, знаете, я ее маскирую такой золотой лентой, да, и да, издалека да. даже никому не видно. Не видно, видно так, было, да, не видно и непонятно. Сейчас аккуратно, я же обычно зажигаю, а теперь сижу красиво и не двигаюсь все концерты, потому что у нас сейчас проходят в основном туры, у нас вот практически... Но концерты никакие не отменялись из-за этого происшествия? Нет, ни в коем случае. Из-за этого я никогда не отменю концерты. Вот мы сразу же на следующий день выступали, и уже 10 концертов отработали, еще вот у нас впереди вот как раз с завтрашнего дня. Вот. И что я хотела сказать. Как раз на «Эх, разгуляй» мы ввел Максим Аверин, да, с которым мы прям задружились на тоже одном проекте, да, «Три аккорда». И, значит, с ним шли его друзья, девушка с мужчиной, и они тоже были со сломанными руками с правой, оба. Я говорю, что происходит? Потом я звоню своей подруге, что-то соскучилась, Свете, нашей теннисистке, нормально, я забыла фамилию опять. Как? Кузнецова, Свет. Кузнецова, так, Свет, прости. У меня просто Мастерков недавно встретил. Поэтому, вот. И она тоже вот с таким огромным гипсом, тоже на правой руке с красным. Поэтому сезон. Потрясающе. Да. Сезон бриллиантовых рук открыт. Да, да, да. Вот, кстати, по поводу бриллиантов и по поводу платья. Роскошное же было платье. Платье, где, да, взяла? Шикарное. Ой, я на самом деле заказываю их в Америке, эти платья, и себе, и девчонкам. Вот я вот на девчонок своих, конечно, прям разоряюсь, потому что я хочу, чтобы они у меня были самые красивые. Костюмы были роскошные. Да, вот. Я заказываю, но они не настолько там дорогущие, как можно себе представить, просто они очень классно сидят. Вот. И вот сейчас нам придет новая партия под Новый год, и мы будем еще красивее. Ну что же, друзья, если есть вопросы Славе, певице, пожалуйста, задавайте. +7 909 955 1030. Работает Viber, WhatsApp, SMS. Ну а мы сделаем небольшой перерыв и вернемся. Десять-пятнадцать в Москве. Мы пообещали певице Славы, что отпустим ее через 5 минут. Ну подожди, не рассказывай. За другой рукой. За другой рукой. Ну а сейчас продолжаем делиться впечатлениями о концерте. Ты хотела что-то про «Эх, разгуляй» еще спросить? Я нет, у меня вообще другой был вопрос подготовлен. Давай, все. Я же рассказала, что я залипла, да, вот на этом, на инстаграме Славы. Прекрасный инстаграм. Я выяснила, что у нас со Славой огромное количество общих вещей, любимых нами. Одно из которых — это еда.
Это я очень люблю. Да, это соленье, это лапша быстрого приготовления, это колбаса докторская. Но глядя на вас, не скажешь, что вы злоупотребляете едой. Я вообще, на самом деле, я злоупотребляю. Мне, наверное, помогает вот мой метаболизм, потому что я очень активна. Вот я вот руку сломал, но я все равно все делаю. Я все равно ем все. Да, я все равно ем. Нет, я очень, я люблю действительно. И такая, я очень хлебосольная. И, конечно, я люблю все наше. Ну, вот колбаску докторскую, я без нее. У нас даже в гастролях, я могу сказать, какой у меня райдер, да? У нас гастрольный райдер — это бутерброды с колбасой, ну и бутерброды с рыбой. Неважно, какой колбасой, там, ветчиной, чего там, и с сыром. Вот, и мы так все делаем, складываем это все, колбасу, ветчину, там, сыр, хлебушек обязательно беленький. Слой на слой, ярус на ярус. Еще у нас майонез. В райдере тоже майонез? Да, майонез. Хотя бы легкий или обычный? Нет, не легкий. Нет, вообще все легкое. Легкое — это не то, да, ничего такого. Вот, а мы, значит, майонезик, и там обязательно чаек с сахарком, там кофеек, и так вкусненько, ну, часа там за 3-2 до концерта. Сколько людей из группы вас уже покинули? Нисколько. После таких райдеров. У меня все вообще, мой коллектив, то, так, в принципе, все очень похожи, вот, по вкусовым и вообще по моральным. И никто не толстеет, и у всех хороший метаболизм. Нет, конечно, мы все толстеем. На гастролях мы набираем килограмм по 5, потому что на гастролях все время хочется есть. Где график эти 5 килограмм? Ну, они потом приезжают, они сразу куда-то уходят. Москва — нервный город. Но не у всех уходят. Не у всех, но пока уходят. У вас, да, вам повезло. Это действительно очень удобно. Пока уходят. А в чем... Как завтраки обычно у певицы Славы проходят? Вот я не завтракаю никогда. То есть обедаю не очень. Вот, например, когда мы сейчас были на гастролях на Дальнем Востоке, конечно, мы там завтракали, потому что у нас был ужин в Москве. И у нас, я даже запомнила, очень вкусный завтрак, самый вкусный мой вообще. Я так мечтала съесть... А эти, как они, голубцы, только ленивые голубцы. Я в детском саду, помню, по кастрюле съедал этих голубцов. Потом бедная мучилась животом. Вот я такая была маленькая, но очень много ела всегда. Вот, да, и тут мы на завтрак, представляете, там тетеньки такие классные, вот им огромный привет. Какой-то город был, Коль, не помнишь? Какой-то Комсомольск. О, Дальний Восток, Комсомольск на море, вот, точно. И, короче, это был самый божественный завтрак в моем жизни. Это были вот эти голубцы ленивые, потом, значит, баклажановые эти, как их... Икра. Нет, вот эти штуки. Оладья, картошка, сосиски. Сейчас люди недоумевают. Зачем лететь в Комсомольск на море, чтобы съесть то, что можно съесть здесь, в Москве? А там вкуснее. Там едят что? Крабы. Там едят икру ложками, тазиками. Там, мы с тобой всем привезли, конечно, икры так поприличненько. Вот. И сама я съела в этот же день банку этой икры. А, не, мы ехали в поезде куда-то, и нам тоже замечательные ребята увидели меня и подарили, купили, выбежали на станцию, купили мне цветы и подарили банку икры. Ну и, конечно, мы всем коллективом сожрали, проснулись утром в китайской деревне, у всех лица были. Да. Благо, Китай рядом. Да, да. И вы там выглядели органично. А вот как раз, которую вы видели мою фотографию в этом в Инстаграме, где я сижу в поезде, и у меня там колбаска разложена, вот эти, как это называется, супы быстрого приготовления. Соленья, огурчики, помидорчики. Вот в этот день я сделала вообще коллективу шикарные бутерброды. Там был черный хлеб такой прям домашний. Майонезик, значит, мы сверху положили. Немножко захлебнулся, извините. Вот, соленые огурчики вот так тонко порезать и кладешь колбасяку сверху. Боже мой, это просто нереально. Я опять захотела есть. Один из наших преданных радиослушателей постоянных пишет: «Привет, любимый шансон. Меня зовут Кира Дымов. Ой, автор Кира, песен привет. Любови Успенской, а теперь еще и Славы. Передайте ей, что мы с Азаровым смотрим на нее родную и улыбаемся. Хорошего дня всем». Это давайте мы Кире передадим привет. Ребята, вообще, я просто Кирочка, Игорь, господи, привет вам. Это замечательные ребята. Я сейчас с ними пишу очень много песен. Вот, и хочу, чтобы в новый альбом вошли именно вот их композиции, потому что, конечно, когда у нас есть время, да, хочется так много всего сказать. Нет, как раз вот сейчас нам нужно выдохнуть, это сделать небольшой перерыв. Да. И как раз пойти. Вы мне напомните про Любу и про ребят. Про Любу, да? Про ребят. Про Любу, про ребят. Все, да. Я запомнил. Люба и ребята. А я пойду на 5 минут. 10:26, время московское, певица Слава у нас сегодня в гостях, и... Певица Слава принимает участие вместе с Эдуардом Изместьевым и многими-многими артистами 7 декабря в Крокусе. 55 лет могло бы исполниться Михаилу Кругу. Я знаю, что певица Слава, наша замечательная, очень любит творчество Михаила Круга. Да, я обожаю вообще его песни, особенно вот... Ну, как вы говорите, знаете, такое становление музыкальное мне пришлось где-то на 15 лет. Вот в 15 лет все, что ты слушаешь, обычно с тобой остается на всю жизнь. Вот, это, конечно, были лихие 90-е, чисто повезло, в кавычках.
но музыка была на самом деле отличная. Ну, вот по мне, так она, ну, она была, во-первых, разная, и попса была интересная, и, конечно, шансон. Вот я. Ну, потом расскажу про Любу. Это, конечно, самая моя любимая певица, Любовь Успенская. Вот «А круг» Михаила, я, наверное, знаю все песни наизусть, но вот именно тех лет. А что, все 26 что, альбомов? Ну, нет, но там вот именно вот этот «Фраер», вот эти все песни. «Жиган лимонные», «Леха Чик Фармазон», «Отогнал утиля». Ну, это, то есть, ну, в то, что мы поем за столом, на самом деле. Но не столом, в караоке когда-то. Но мы знаем, что караоке – это тема близкая тебе, да, в принципе. Меня, да, вообще вытащили из караоке, нашли. То есть начало карьеры началось с караоке. Тогда, повезло, в караоке только началось, и я только началась. Вот поэтому, конечно, «Фраер» для меня, она прям такая любимая, одна из любимых песен. Я ее прям обожаю. Когда прям обожаю. Шла речь о выборе репертуара вот именно на этот концерт 7 декабря, песню «Фраер» тебе уже предложили, или ты сказала, я буду петь вот эту, я хочу? И я, выбор был, какой-то, да, был, нет, или нет? Была такая история, я очень настаивала на этой песне на трех аккордах, и почему-то они не брали. Я даже очень сильно, ну, как бы, ну, расстроилась, потому что вообще какие-то странные были подборка песен, не шансоновских. Я шла на этот проект, я очень расстроилась на этом проекте, не буду говорить даже, что нахер хочу. Не надо. Потому что, да, я хотела петь именно шансоновские песни, а получилось, что, ну, про, ну, там у них дали какой-то, другое. Да, ну, вообще какой-то другой материал был, не очень я поняла этот проект. Вот. И люди, которые вот делали этот концерт, ребята, они сказали, мы знали эту историю, знаешь, что ты очень любишь эту песню. И я говорю, давай ты споешь на круге именно вот эту песню. Я говорю, спасибо огромное, то есть я прям с удовольствием. Но я, мне кажется, я ее не очень хорошо исполнил, не так, как я ее исполняю вот именно в караоке, где-то там за столом. Она для меня более такая не трагическая, что такая слезливая. Все равно она такая, ну надо ее так, что ж ты фраер сдал назад. Ну вот 7 декабря будет возможность ее еще раз исполнить. Вот, да, я прям, там такая аранжировочка какая-то веселая, по мне так она немножко погрустнее. Дорогие друзья, если вы любите творчество певицы Славы, если вы любите песни Михаила Круга, 7 декабря приходите в Крокус Сити Холл. Да, всех ждем. Ну а сейчас мы переходим к песне, которая называется «Однажды». И над этой песней потрудился небезызвестный Кира Дымов, да? Да. Которому мы еще раз передаем привет. Да, он сейчас нас слушает, смотрит. Игорь Азаров. Что-то хочешь рассказать о песне «Однажды»? Очень хочу рассказать и о ребятах, и о песне. Я хочу сказать сразу большое спасибо одному человеку прекраснейшему, вот в недавнем времени ставшей моей соседкой по даче. Мне познакомились где-то мы год 3 назад. Это Любовь Успенская, представляете, да? Вот мы соседи, я всегда срезаю свежие цветы из клумбы, привожу. Это шикарнейший человек, я считаю, ну просто я, ну, прямо и певица, я ее обожала всю жизнь. А когда познакомилась, поняла, что ну, она просто вообще вне конкуренции. Богиня, да, да, да. Дача случайно оказалась рядом случайно, с Любой? Случайно, да, я или уже жила там давно. Или Люба... ты знала, что а она вот там жила? А вот для нее-то, видимо, не случайно. Нет, я жила в этом поселке очень давно, а Люба вот приехала. А, то есть она переехала? Буквально, да, недавно. Вот. И она, конечно, очень хлебосольная, замечательная, прекрасная. И вот там я познакомилась с Игорем Азаровым и с Кирой Дымовым. И когда это все мои самые любимые песни, начиная там «К единственному нежному», «Манит, манит карусель», «В небо». Ну, представляете, вот эти все хиты, это написано этими ребятами. И, конечно, для меня, когда ребята написали песню, еще где-то, наверное, у нас был концерт большой в Октябрьском, в Санкт-Петербурге. И пришел, и они прям наиграли мне на пианино, на Кира напела, Игорь сыграл. И говорит, «Однажды ты», вот песня. И такая, я говорю, супер классная. А нет, да. Все правильно. Вот. И я спела, и вот сейчас всем нравится, и все радиостанции взяли. Для меня это, конечно, для артиста. Давайте очень и мы приятно, тогда возьмем. У нас это, тем более, у нас это премьера будет. Поэтому песня. Вот я Любе всегда большое спасибо говорю, за такое знакомство. Итак, друзья, Слава, песня «Однажды». Новинка, премьера. Ну а вы, пожалуйста, если хотите сразиться со Славой в игру 5 секунд, прямо сейчас звоните 223-5550, код Москвы 495. Будем проверять реакцию и наших гостей, и вашу реакцию тоже. 10:35 столица. Напоминаем, сегодня в гостях утреннего шоу «Настройка» певица Слава. Роскошная Доброе девушка утро. С таким количеством историй. Честно. Да, у меня что не день, то история. С таким количеством неэфирных историй. Но сейчас у нас игра. Игра на реакцию называется на 5 секунд. Слава будет сражаться с кем? С Алексеем. С Алексеем. Алексей, доброе утро. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, моя любимая ведущая. Доброе утро, обворожительная Слава. Ах, молодец. Алексей, красиво, красиво подкатил в эфире, да? Сразу хочется подать ему победу. Но, тем не менее, мы поиграем, будем задавать вопрос, и у вас будет ровно 5 секунд на то, чтобы на него ответить. Нет, по зачем? Очереди. Сначала вопрос, потом Алексей. Итак, я думаю, что начать все-таки Алексей как джентльмен. Да, готовы? Тем более, что Алексей наверняка игру эту знает, в отличие от Славы. Давайте. Правильно? Супер. Алексей, да, готовы?
Слушайте, да, внимательно. Готов. Вопрос номер один. Назовите три любые вида меда. Липовый, цветочный... Какой еще, не помню. Липовый, цветочный. Ну, там любой цветок. Гречишный, вот правильно. Молодец, да. Я мед люблю. Да. Так, ладно, пока Алексей без набранных баллов. Вопрос Славе, давай. Назовите три любые страны, где самое популярное развлечение – это караоке. Россия, Украина, Белоруссия. Япония! Да. Ну, ладно. Я поближе к нам, что мне Япония? Ну, в принципе, да. Кажется, любые страны популярны. Это правда, на самом деле, поймешь. Первые вопросы, они были очень простые, чтобы каждый из вас поняли, о чем идет речь. Да. Алексей! Дальше будем усложнять, хотя я не знаю, куда уже усложнять Алексею, он даже на меде прокололся. Подожди, может, он сейчас завалился. Как раз-таки не срежется. Да. Алексей, назовите три любые жителя теремка из одноименной сказки. Волк, лиса и заяц. Откуда там лиса? А, чё, в теремке? Теремок в теремке, там не было лисы. Там была лягушечка. Квакушечка. Лягушка, волк. Вы, по-моему, с колобком немножко путаете. Медведь там был. Мышка, лягушка, а лиса... Так, что мы будем делать? А вы даже сами не знаете. Давайте, если бы сами не знаете... Слушай, раз никто не знает, все, да, бал зачистить. По-моему, это мы прокололись сейчас. Мы сейчас найдем артистов, которые жили в теремке. Ладно, вопрос номер два. Давай. Слава, назовите три любые игры в казино. Покер, рулетка, кости. Ты посмотри. Я работала в казино! Поэтому этот вопрос и появился. В начале карьеры, смотри. Мы же не из пальца высасываем вопросы. Спасибо. Мы изучаем биографию артиста. Потом вопрос номер три, Алексей. Алексей, назовите три любые актуальные для ноября вида верхней одежды. Шапка, шарф, пальто. Куртка. Верхняя одежда. Ну ладно, шапка на голове, голова вверху. Значит, верхняя одежда. Все нормально. Хотя это, конечно, головной убор. То есть ты считаешь, что все-таки надо засчитать? Да нормально играет, Алексей. Хорошо. Слава, назовите три любых способа побороть одиночество. Любовь, секс, дружба. Это сейчас прозвучало как лозунг какой-то. Любовь, секс, дружба. Эль Пебло, Унидо, Хамас, Ра, Версидо. Хорошо. Хотя, наверное, любовь не очень подходит. Ладно, нормально. Алексей, сложный вопрос следующий. Назовите три любые брюнетки в отечественном кинематографе. Сдулся. А ведь можно было Славу называть. Как минимум. Елизавету Боярскую можно было вспомнить, назвать. Может, еще раз вспомните, нет, Алексей? Хотя бы одну. Гузееву. Да. Гурченко. Гурченко. Ну, я не скажу, что она прям брюнетка. Гурченко по настроению. Когда-то была брюнетка. Это мой натуральный. Когда-то рыжка, да. А когда-то говорила, это мой натуральный. Так, дальше. Слава, следующий вопрос. Назовите три любые ассоциации со словом «Слава». Победа, виват, КПСС. Успех. Вот я бы тоже сказала, Слава КПСС. Слава, Слава. Слава Богу, ты пришел. Ассоциация. Я думаю, что-то про синоним подумала. Эй, дурында. Синоним ассоциации. Проиграла. Алексей, назовите три любых женских имени на букву С. Светлана, Стояна. Стояна, а еще... А с возрастом она бывает не Стояна. Стоянка. Ну и последний вопрос. Почему Славу-то не назвали? Третий. Есть такое имя украинское, Слава? Конечно, есть. Да, Славка. Сливка. У нас иногда так напишут на афише, что кажется, что Слива. Так, Слава, назовите, последний вопрос, три любые песни Любы Успенской. К единственному нежному, в небо, господи, про это, карусель. Молодец, успела. Ну что, со в нашей игре... Со счетом 4-3 побеждает Слава. Леш, извините. Спасибо огромное, Алексей. Здорово поиграли, подняли нам настроение. Спасибо. Спасибо. 10:46 в Москве. Певица Слава по-прежнему с нами. Всем доброе утро.
Раз пошла такая пьянка, давайте-ка залезем в звездную пилотку. Давайте. Да, на голову ее оденьте. А, это... Я знаю, что... Это вопросы. Не надо ничего такого. Да, там фраза начинается, вы заканчиваете. Это опять как игра? Ну, типа игры. Ну, вроде как игра и вроде как не игра. Забава, скажем. Итак, внимание, Слава. Когда никто не видит, я... Что делает Слава? Когда никто не видит, вот реально никого нет. Я... В полном одиночестве. Одиночество. Ем, сплю, смотрю телевизор. Вы ничего плохого не делаете? Ну, не, ничего плохого не делаю. Против закона. Не говоряюсь, я не знаю. Не, ничего не делаю такого. Следующий вопрос, конечно, очень интересный. С учетом того, что огромное количество дуэтов есть у Славы, я бы спела дуэтом с... Если честно, все, не хочу ни с кем петь. Вот вообще я со своей уже? Мечтой спела, да, с Любовью Успенской, и с Аллегровой, вот, и с Динечкой Клявером, и со Стасом Пьехой, поэтому я... То есть все, мечты закончились? Ну да, да. А если иностранных взять артистов? Да, есть же россыпь неплохих иностранных артистов. Да, ну и... Все мечты у нас... У нас тут, если составить хит-парад тех, с кем хотят наши гости спеть дуэтом, то на первом месте у нас Стинг, на втором месте Адриана Челентано. Потом идет Пол Маккартни. Ведем, да, даже определенный хит-парад. А я, кстати, пел, знаете, с кем? С Крэг Дэвидом у меня есть дуэт. С Крэгом Дэвидом мы слышали, да. В 2010 году был записан альбом, как сейчас помню. Но нет, там одна песенка всего. Ну и все равно. Ой, следующий вопрос, который мне очень нравится. Мне кажется, у Славы есть такие истории. Однажды в состоянии алкогольного опьянения я... Ой, это много можно чего рассказать. Ну, на самом деле, конечно, вам соврала немножко с утра. Конечно, я была в состоянии алкогольного опьянения. Сломала руку. Ну, легкого. Легкого алкогольного опьянения. Ну, слушайте, я девчонка правдивая, поэтому что ж тут... Честная, молодец. Мне вот нравится. Вот подкупает своей честности, Слава. Я бы хотела поцеловать... Поцеловать? Да, опять же, не вот своих вот родных, близких. А, то есть кого-то, фантазируем, да? Ну, можно, да, пофантазировать. Даже, прям не, можно, даже да? Не обязательно да. Живых. Не, серьезно. А, господи, можно, я так сейчас попахнула некрофилии, простите, господи. Так, сейчас не обязательно. Так, я бы хотела поцеловать. Может быть, Джона Леннона там, не знаю. Ой, блин. Майкла Джексона. Вот если честно, вот реально, вот сейчас даже... Можно даже не обязательно мужчину. Не обязательно живого и не обязательно мужчину. Тихо. Поцеловать. Словалось бы еще, как говорится. Извините. Так. Никого я не хочу. Никого? Ну, сама да. Себя. Вообще. Уникальный человек. Дуэтом петь ни с кем не хочет. Целовать никого не хочет. Да, мой любимый вопрос следующий попал. Давай. Самая глупая ситуация, в которую я попадала... Блин. Я, если честно, так не вспомню, но я очень часто попадаю в конфузные ситуации. Вот, например, из последних, на моем буквально предпоследнем концерте, у меня же рука, мы 4 раза переодеваемся за концерт. Очень быстро, это где-то полминуты, даже меньше. Там, и уже надо одеть платье другое, там, туфли, значит, украшения, все это сменить. И еще с рукой у нас заела молния, в итоге она порвалась. И у меня, значит, по попе, у меня была весь концерт голая попа. Я бочком так бегала, как топуз такой последний. Туда-сюда. Не, ну хотя бы вы знали, что у вас голая попа. Нет, я сразу всем сказала. Как интереснее было бы, если бы вы об этом не подозревали. И сколько бы потом появилось фотографий в интернете. Нет, у меня много было. Либо мы пели, на меня посыпалась с потолка какая-то фигня. Я пела там «Люблю и ненавижу» очень красиво, с лисой, гламурно, в платье. Вот, и я на полпесни остановился, начала ржать. И говорю, у меня какая-то фигня с потолка сыпется. И, короче, полконцерта мы проржали со зрителями. Это я люблю. Так и не спела. Спела, да. Полконцерта спела. Спасибо огромное. Это была звездная пилотка и певица Слава. Друзья, мы вернемся к нашей беседе совсем скоро. В столице. Напоминаю, что сегодня в гостях утреннего шоу «Настройка» человек, которого нельзя не любить, потому что столько юмора, столько смеха, по-моему, люди, нам не приносил. Люди нам никто. Пишут. Давайте почитаем. Это я, подожди, Слава, я же даже не представил. Ты такие комплименты насыплю. Все знают, что Слава. Все сейчас говорим об этом. «Настройка», вы молодцы, что пригласили Славу. Она потрясающая. Море позитива, прекрасное настроение нам дарит. Пусть не меняется и всегда остается такой, какой есть. А вот Виктор задает вопрос. Вы с детства мечтали стать артистом, творческим человеком? Или вы все-таки в душе мечтали о какой-то другой профессии? Ваш поклонник Виктор. Ой, Виктор, доброе утро. Поклонникам надо честно отвечать. Я честно всегда. Я, конечно, как девочка мечтала всегда быть балериной, певицей. Принцессой? Да, ну,
ну нет, принцессы нет. Я хотела, чтобы всех вот хотели принца на белом коне. Меня все бесило это. Я хотела все царство и желательно постарше, чтобы король был, чтобы все это было его. Молодец. Молодежь какая. Я с детства не любила. Мне всегда кого постарше. Поэтому девочка мне, знала, чего желать. 65 лет. То есть, в принципе, детская мечта сбылась. Да, детская мечта сбылась. Я, конечно, очень хотела петь. Это была самая моя мечта. Но я еще, знаете, кем хотела стать? Дальнобойщиком. Но это потому, что я всегда любила дорогу. Вот в дороге такой, знаете, когда вот самый романтик. Но не романтик такой, когда вот мы с мамами, знаете, с папами. А таксистом нет? Нет, вот именно дальнобойщиком, чтобы высоко сидеть. И вот эти поля всякие, вот наша природа. Музыку включаешь. В гордом одиночестве. Кстати, знаешь, в качестве напарника кого бы взяли с собой, работая дальнобойщиком, если бы? Ну... Ведь поодиночке они же не ездят, но смена была какая-то сзади там спала. Да? Да, кто бы там лежал не сзади знаю. На кушетке? Еще такой вопрос, да, как даже... задаешь. Да я вообще, да что ты не знаю, вон Кольку бы взяла. Да. Кольк, поедешь со мной? Дальнобоем-то. Да, поэтому мечта сбылась. Поэтому и дороги есть, и песня есть. Евгений из Магадана тоже просил курьезные истории рассказать какие-то, которые случались во время выступления. Но мы уже, в принципе, о курьезах немножечко поговорили. Я думаю, Евгений из Магадана, вы должны быть довольны. Да, огромное количество, конечно же, приветов со всей страны буквально-таки летит Славе. Опять же, из Приднестровья. Люди опять же пишут, когда же в Сургут? Слава говорит, да я только что приехал. Только что тут 4 дня назад, или когда у нас было? Где вы были, друзья? Да, неделю назад. Если все-таки о гастролях мы с вами поговорим, понятно, что ближайшая дата, наверное, это 7 декабря, да? Завтра у нас. Завтра уже что-то. Красногорск, послезавтра Сергиев Посад. Да, Красногорск, Сергиев Посад. Сибирь поехали сразу. То есть Подмосковье, потом Сибирь? Да, сразу же Братск. Усолье Сибирское, ну там много прекрасных городов в Инстаграме. То есть 7 декабря вы специально вернетесь, прервете гастрольный тур и обратно потом, да, или как получится? Это у нас же будет большой концерт. Да, будет большой концерт. Да, вернемся, да. Да, у нас специально мы возвращаемся. Какая молодец, вот. Слава, с такой хорошей памятью. Я ничего не помню, честно, Слава, мне Коля помогает, поэтому я бы с собой взяла в дальний путь. Это был небольшой сарказм, ну ладно. Завершим мы нашу сегодняшнюю встречу песней «Заметает зима». О ней пару слов скажете? Скажу, шикарная, красивейшая композиция, такая, ну, мелодичная, лирическая. И, если честно, мы ее просто пустили в интернет. У нас никогда там не было такого опыта, чтобы я сразу запускал две песни. Uh-huh. И вот мы запустили две песни, и даже я сняла на две эти песни в один день клип со словной рукой, но мы его замаскировали, скоро выйдет. Это тоже песни Киры Дымова и Игоря Азарова. Вот, красивейшая композиция, я в нее просто тащусь. Мы благодарим Славу за то, что пришла к нам сегодня, подняла настроение нам и миллионам наших радиослушателей. Миллионы, я вас люблю! Я скромную и прекрасную. Приходите к нам еще. Обещаете? Обещаю. Все, спасибо, будем ждать. Дорогие друзья, утреннее шоу «Настройка». Таня Нестерова и Артем Демин. Мы уже вернемся к вам завтра в 7 утра. Всем пока, удачного дня. Счастливо. Пока.